сам не зная того, записал на свой квадрокоптер уникальные кадры так называемого торнадо, другими словами, смерч. Вот можно наблюдать их как раз в кадре сейчас два. Один такой образовался нехилый, другой чуть поменьше. И буквально через пару секунд сам дрон появляется в эпицентре тоже одного смерча. Сейчас он самообразуется и как раз на меня будет лететь. Вот он, можно наблюдать. Вот. И сейчас я сквозь него буду пролетать, то есть в самом эпицентре. Но на удивление подвес сработал, все на работу квадрокоптера ничего не повлияло, то есть его не бросало, не болтало, то есть вроде бы все хорошо прошло. Давайте еще раз посмотрим уже. Ну что ж, ребята, кому понравился ролик, собственно, так называемый торнадо, ставьте лайки, пишите свои комментарии по этому поводу, ну и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока и до новых встреч!